Всех приветствую, господа. Сегодня у меня G6 Samsung. Поставил на зарядку, потому что всегда меняю дисплей на заряженных телефонах, чтобы сразу можно было проверить и дисплейный модуль, и зарядить на случай, если он не заряжается, если или какие-то другие проблемы имеет. Обычная бюджетка, наверное, все уже видели. Samsung Galaxy G6, оригинальный дисплей на него, проклеенный. Цена его что-то около 50 евро, по-моему. Сам телефон недорогой у нас стоит. Прошлогодняя модель, по-моему. У нас они стоят 90-100 евро. Причем это G6 Plus вроде. Да. 6 Plus. Итак, подзаряжу телефон процентов до 15. Поставлю на сепаратор для того, чтобы соединить дисплейный модуль. Вот, и продолжим снимать. Оставайтесь на линии. Очень легко меняется. Не надо ничего разбирать, просто снимаем дисплей, пристегиваем новый и приклеиваем по периметру, и все. Все готово. Снимаем сепара, соединяем дисплей. Опа. Случайно нажал на кнопку включения. Телефончик включился у нас. Не хочется крошить здесь. Вот, как видите, простая конструкция, простейшая замена дисплейного модуля на данной модели. Можно заменить дома предварительно, прогрев каким-нибудь феном, к примеру. Переносить здесь ничего не будем. Все в оригинале. Защищаем поверхность. И все, пристегиваем новый дисплей. Сажать будем, как обычно, на клей. Оригинально держаться не будет. Со временем он отклеится. Либо если прессовать на этот, то реально нужно прессовать под температурой 90-100 градусов. Вот тогда он еще держаться будет. То есть приклеить на этот скотч, который у нас здесь, поставить его на сепаратор, минуты 2-3, 100 градусов подержать и потом поставить на зажимы.
David. Hola, tío. Hola. Espera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás aquí? Все работает. Espera un segundo. ¿Qué, David? Un segundo. ¿Estás bien? ¿Se me ha ido? Клеим. Hace mucho tiempo, а? Клеим на клеить будем на Т-7000. В общем-то и все. Samsung Galaxy G6. Так просто все меняется. Ставим на зажимы, как обычно. 6 зажимов. Como está, ¿estás bien? Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. До новых встреч.